Во время рейда патрулирующие посещают семьи, которые состоят на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, проводят воспитательные беседы, проверяют жилищно-бытовые условия жизни несовершеннолетних детей. Подросток, которого встретили в этот вечер в неурочный час, пришел в кафе с родителями. Ну а вообще, если патруль фиксирует нарушение, на родителей несовершеннолетних детей составляют протоколы об административном правонарушении. Детей передают родителям под расписку.